проверить, ты чё? Они на люлице смотрят. На прекрасное небо. Здесь погода 9 градусов, по сравнению с городом, в городе 28 градусов сейчас, после самого. 9 градусов! Ты можешь поверить в это, Алина? Я не могу, я до сих пор не верю в это. А у нас пока чаётик 9 градусов, Алина в толстовке дополнительной, Айтуар в куртке, а я в косухе. 9 градусов – это не градус алкоголя. 9 градусов – это погода, если что. Горы красиво, но каждый раз не хочется идти, да? Горы существуют, Алматы. Зацените домики, которые, оказывается, можно снять и отдохнуть с друзьями в компании в горах.
мы пообедали и теперь находимся возле Атакент парка, потому что, мне кажется, мы не до конца зашли и взяли с собой айс-чай с вишневым вкусом по акции «Берешь один, второй в подарок». Нам очень повезло. Ботаническом Алматы, это Атакент парк. Просто посмотрите, какая Алина ростом и какие ростом эти сосны. Вроде бы это сосны. Да. Или нет. Но нам очень понравилось. В Ботаническом парке Атакенте очень много таких уже отделенных по деревьям локаций. Алина, как вы думаете, Атакент парк можно пройти спокойно? Такая запыхавшаяся, конечно, можно спокойно. Главное, чтобы была начальная физподготовка. Ну такие, ладно, все, хватит. Ну, у вас есть физподготовка, у меня физсидение. Они мне нравятся рыбки. Прям есть хочется. Да. Ну-ка в плавание на ловлю. Красиво. В парке Атакент есть ботанический сад внутри, в котором можно увидеть карпы. Я их первый раз вижу вживую. Думала, такое можно встретить только в Японии. Примерно идем уже в сторону южного входа, потому что устали, у нас другие вечера еще на сегодня. Вечером другие планы. В Атакент парке также есть еще дополнительные пруды с карпами, и их так много, что ты думаешь, почему такое нету в Астане? Потом вспоминаешь, что у нас другой климат. Становится грустно, и это, наверное, так прекрасно, что я это увидела. И Алина очень рада тоже. Вот она тоже снимает на видео. Это так красиво. А сейчас мы идем уже к южному входу ботанического сада Атакент, где мы уже дальше поедем домой, потому что вечером у нас есть другие планы.
и нам нужно успеть все сделать. Нам, кстати, мы очень понравились, особенно то, что в парке очень много разделенных локаций по растительности, много очень есть также аллеи, где вот растут лечебные травы, такие маленькие пруды с карпами, это очень интересно. Мы все не посмотрели, но следующую поездку обязательно посмотрим. Это же не моя, она не сожрет мою одежду. Конечно. Зачем это надо? Помадой, тинком, все. Лида, там горит пожар. Вообще, конечно, лучше не стоит все делать. Лучше с собой тащить газовую грелку, вот это все. Но если и прям костер это делать. У меня вот вопрос, мы там начинали или это другая развилка? Ну да? Да. Другая, конечно. Это вообще там очень далеко. Очень страшно. Петуховская ущелье, кажется. Слишком сильный пожар. Сырларынды айтасын сен аспанға. Примерно еще 8 минут на Фурманова, но с уклоном, наверное, будет все 16. А до панорамы еще идти часа, наверное, часик или меньше. Тек тоқтама. Күнін алда. Божья коровка на надо высоте туда же. 3,5 метров от земли на пике Фурманова с видом на горы и снег. Улетел уже. Улетел, да? Сейчас уже будем спускаться. Спускаться тут намного сложнее. И займет столько же времени. Будет намного легче, но сложнее. Кстати, меня похвалили за то, что за мой первый хайкинг я спустилась намного активнее. Поднялась активнее. Как всегда, нужна медальку мне, какую-то невидимую, красивенькую, она может даже добавить. Ты уже снимаешь, да? Да. Я должен говорить? Так получается, мы сейчас немножко расскажем о том, если вы займетесь хайкингом,
то желательно с тем, у которого есть опыт. И если вы один на компанию неопытный, а там примерно трое человек, то можно смело в будние дни. Но если, как мы с Айтуаром, где один опытный человек и один неопытный, у которого даже нету своих палочек, а для хайкинга, то желательно в выходные дни, когда народу много. Более-менее, если что, ребята помогут по пути. По поводу воды. Окей. Да, что нужно брать? Вода обязательно, таблетки от головы, не знаю, еще какие-то. Обезболивающее какое-то, потом... Сладкое берите, чтобы более-менее поддерживать энергию, сахар в крови, потому что тут давление есть. Верно, верно. И what else? И как говорит Айтуар, лучше много еды, чем потом сосать палец. Да. От голода. Так что... Да. Ну, слишком много заморачиваться стоит, ну, то есть такое, чтобы снаки такие, типа... Да. И вот эти палочки, они... Трекинговые палки. Трекинговые палки. Они очень помогают. Yeah. Как третья нога. Всем советуется. Сейчас проверим, да, при спуске тоже. Блин, мне так страшно. Все, пошли. Ага. Она для мамы на пике Фурманова. Фурманова. На пике Фурманова выкидываем накопленными нами сокровища. Все. Мама, не беспокойся, задание выполнено. Жасырған құлағымды, дәтті қалағымды, айтенді құлағыма. День отдыха, и мы едем на 8 озерах. Я хочу очень показать его Алине, потому что там большая территория, и мы хотим тоже поплавать. А в понедельник это будет очень даже возможно. Вы не поверите, для электросамокатов есть ограничение скорости. Кто уже знал, что наш желтый золотой автобус не до конца нас доведет? Еще нужно упереться. И еще понедельник. У нас по градусам 20-35, это самый жаркий день на этой неделе в Алма-Ате. Сейчас идем обедать. Я одела просто джинсы сверху купальника. Алина в своей платьице, и мы ищем восточное кафе, наверное, потому что там сказали нам, что по ценам очень менее порядочным, чем в остальных местах. Что это просто?
мост. И мы идем обратно в бассейн, потому что в восточном кухне, в ресторане дороже, чем еда в бассейне. Где-то недовольные утки, но мы их найдем и вам покажем. Сюда посмотри, крошка, какая ты у нас Алина, мы дошли, сейчас зайдем в кафе. Мы сейчас искупались. Время уже 8:03 минуты. Вот эта красная, типа спящая красавица. Была русалка, теперь красавица. И ничто ей не спасет от смены имиджа. Так, получается, мы сейчас думаем 30 минут полежать, потому что тут такие красоты к закату, видны горы из 8 озер. И мы решим потом пойти чай попить, потому что вода уже холодная. Она была 22 градуса днем, но сейчас я не знаю, из-за того, что воздух тоже немножко остыл и понижает градус, та же самая идет штука с водой. Так что не удивляйтесь, почему камера дрожит, у меня рука дрожит. Но мы хорошо провели сегодняшний день. Мы плавали. Да, я тоже плавала. Но я не покажу, как я плаваю. Это слишком смешно. Я покажу, как плавает Алина. У меня просто там голова плавает. Тело не выдержано. Но нам очень понравилось. Сегодня был классный день на пляже. Потом, наверное, заснимем, как мы будем греться с уличной едой Алматы. Особенно, если это будет острый и горячий. Мы разбираем о том, какие бывают стаканчики. Она мне рисует стеклянный стаканчик, потом я понимаю, что она должна быть толстой и большой, но нет, она имела в виду чайные стаканчики для исламского чая. В основном они в основном они в турецких ресторанах подают такие чаи. Очень обожаю. Так как будто ты пьешь, знаешь, с уважением кому-либо. Включили подсветку пальмы бассейна, а мы только начинаем отходить от нашего лежака.
меня волосы сейчас должны, если они высохнут, они должны быть очень кудрявыми и густыми. А вот у Алины, может быть, тоже будут кудрявые из-за хлорки в воде, а точнее в бассейне. Модульное обучение. Это был такой совместный проект нашего университета первого. Bonjour, je m'appelle Jemé, je suis Jé. Parlez français.
suis Didar. Je m'appelle Didar. Didar, very good parler en français. Hein? Сегодня мы порадовали баранов, лошадей. Пошли в гору накрашенные. Вот. Послушали песни, выпили пивка пивчанского. Вот. Обсудили последние тренды. Что еще сделали? Это был это ты в папе отправляешь? Это блог, да? Нет. Мой тур в Алматы, бич. Мы наконец-то спустились, ура. Вон наш автобус. Ебовый. Мы спустились, сели в автобус и теперь идем в лофт-центр. Она хочет кушать, я тоже. Сейчас мы вышли с остановки и идем уже ужинать, наверное, в плов-центре. Место, где готовят классный плов. Я очень жду этого. Уже время где-то 6, ближе к 6. Мы прошли регистрацию, сели в зал ожидания, сдали багаж и ждем наш рейс в Астану. На этом, можно сказать, закончилась наша поездка. Хотите что-то сказать? Я очень рада нашему времяпрепровождению. Тоже. Вообще, я получила больше, чем ожидала. Очень. Но об этом потом. Пока. Жаным сендей.